два, три, пять, девять, непонятно какое число, и 33. Задача. Придумать простое правило, которое работает для этой последовательности. Я думаю, что надо умножить на 2 и вычесть 1. Умножить на 2 и вычесть 1. Давайте проверяем. Дважды 2 – 4 и минус 1 – 3. Трижды 2 – минус 1 – 5. 5 умножить на 2 – минус 1 – 9. 9 умножить на 2 – минус 1 – 17. 17 умножить на 2 – минус 1 – 33. Молодец. Работает правило. Да, какой еще? Можно еще поменять промежуток. 2 минус 3 будет 1, это промежуток. Потом между 5 и 3 промежуток 2, получается уже. Между 5 и 9 промежуток 4. Молодец. Промежуток 16. 17 плюс 16. Тут не промежуток, а разница, да? Разница между соседними числами равна 16. Да, пожалуйста. 2, 3, а потом сумма двух прошлых чисел. А вот давайте проверим. 2, 3, это будет 5. Это замечательно. А 3 и 5 будет 9? Нет. Нет. Поэтому ваше правило уже не годится. Итак, придумано два правила. Одно такое, что каждый следующий член последовательности это удвоенный предыдущий минус единица. Вот это одно правило. То есть понятно, что дальше пойдет 65, дальше пойдет сколько там? 129, да, и так далее. А другой вариант такой, что каждое следующее число это предыдущее плюс степень двойки. Только вот давайте поймем, какая степень двойки. Если у нас вот это первый, это второй, это третий, это четвертый, это пятый, это шестой, седьмой и так далее, члены последовательности, то когда вы переходите от первого ко второму, надо прибавлять два не в первой степени, а два в степени на единичку меньше. Значит, объясняю, по определению, два в нулевой степени это единица, два в первой степени это двойка, два во второй степени четверка. Вот проверьте, пожалууйста, скажем, возьмем какое-нибудь место вот здесь. Седьмой член последовательности. Седьмой член последовательности это 65. Это есть шестой член последовательности, то есть 33. Плюс 2 в степени, значит, у нас здесь 6, 6 минус 1 это 5. Вот. А здесь 32 разности или не 32? 32. Все правильно. 2 в пятой – это действительно 32. Вот такая последовательность. Разумеется, я не утверждаю, что ответ на эту задачу единственно такой. То есть, если честно, я не знаю других вариантов, но с другой стороны, эта задача, конечно, не вполне математическая. Потому что, в принципе, можно себе представить, что кто-нибудь придумает еще какой-нибудь там хитрый закон, да? Но от вас не требовалось найти все законы, потому что, строго говоря, это невозможно делать, да? Вдруг кто-то придумает какой-нибудь такой, да, способ. От вас требовалось придумать какой-нибудь разумный способ. Вот на самом деле и эта строчка, безусловно, вполне годилась. Ну, конечно, я не требовал, чтобы вы обязательно писали такую формулу. Можно было просто на словах сказать, что ну, там, умножь на 2 и вычесть, да? Так, другая задача была ничуть не сложнее. Давайте напишем здесь. Единица, пятерка, шестерка, 11, вот непонятно что, и дальше 28. Так, хорошо? Тут нужно сложить по предыдущим. 1 плюс 5 плюс 6. Ну только не нужно, а можно. Можно сложить. Вы абсолютно правы. 1 плюс 5, 5 плюс 6. 6 плюс 11 сколько? 17. 11 плюс 17, 28 и так далее. То есть здесь правило такое. Каждый следующий член последовательности это есть сумма, это есть сумма двух предыдущих. То есть если нас интересует число 17, то это 6 и 11.
Если нас интересует 28, это 11 и 7. Может быть, знаете, как называется последовательность, которая начинается с двух единичек и устроена по такому правилу? Кто слышал слово? Да? Фибоначчи. Фибоначчи, совершенно верно. Фибоначчи. Так, а как еще по-другому звали этого человека? Дело в том, что Фибоначчи – это такая короткая кличка. А вот у него было имя еще. Как его звали по-другому? Кто-нибудь знает? Леонардо Пизанский. Пизанский – это есть такой в Италии город Пиза. Совершенно верно.